Доброго времени суток, это канал Postproduction, и сегодня я бы хотел рассказать о Easy Drummer 2, а точнее о его поиске удобным грувов, что не было сделано в первом, и во втором Easy Drummer такая функция очень облегчит поиск грувов и быстрое написание ударных партий. Смысл такой. Вот, в принципе, вы видите Easy Drummer. Помимо того, что много разных ударных установок здесь есть, это в зависимости, сколько вы их скачали, сколько установили. Допустим, это вот стандартная стоит, а вот, допустим, ну, поставим прогрессив там. Сейчас она загрузится. Вот. Помимо всего этого и звуков, есть Browse, где, соответственно, находятся MIDI-паки и так далее. Установлены они у вас, либо, может, вы еще откуда-то скачали и можете выбирать их, допустим, да, там, и слушать, искать. Искать по названиям, по темпу и так далее. Есть такая вкладка, как Search. Что это такое? Сейчас я вам расскажу. Вот вкладку Search мы перешли, а здесь уже было забито. Вот так она будет выглядеть сразу, когда еще ничего в поиске не забито. И здесь вот как раз таки из всех MIDI-паков, которые у вас установлены, по имени, либо еще по интенсивности, либо по темпу, либо по названию будет стоять. У меня стоит по имени, и вот оно пошло по названиям, и их много-много-много. Кроме того, здесь вот отображаются эти библиотеки, также можно генерировать, то есть выбираете библиотеку, потом выбираете еще что-то, и т.д., и т.д. Это все очень здорово, но есть тапка. Вот она здесь расположена, очень классная штука. Допустим, я ищу какой-то определенный ритм, и я там не барабанщик офигенный, да, там, и больно не шарю в барабанах, но мне хочется написать, либо найти грув, похожий под мою композицию, и, соответственно, вставить его. Либо его найти и чуть-чуть там доработать. Это намного легче, чем придумывать и писать. Поэтому нажимаем тапку. Вот у нас вылезает тапка, в которой мы можем барабанить под темп. Здесь квантизация и сам темп. Как вы слышите, он меняется. И, допустим, обычно все мы ориентируемся бочка и малый в основном. Задать, чтобы какой-то там ритм. И я должен его набить. Ну, допустим, у меня нет MIDI-клавиатуры, буду мышкой набивать. Вот. Сначала я могу набить только бочку, а потом уже я могу малый. Вот, собственно, я набил, и теперь я нажимаю вот эту клавишу Show Result. Все. И теперь он вывел те грувы, которые похоже на то, что мы забили в тапке. Начиная от 100% типа совпадения, более похоже, и опускается вниз, 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 вниз. Но он тут предложил якобы все 100, ну, потому что такой ритм. Можно прослушать. Как мы слышим, да, это реально. Если, конечно же, вы хорошо набиваете мышкой очень быстро, то можно и сразу набивать. Не обязательно делать, как я, но это более такой удобный список. Допустим. Немножко кривовато, но все же послушаем, что он нашел.
соответственно, можно все по отдельности вместе с железом добивать. И нажимаем вот эту кнопку Show Results. Слушаем. Вот так, в принципе, может облегчить поиск грувов и составление песни. Перекидываем сюда этот грув, либо этот грув. И так, соответственно, мы делаем нашу композицию. Ищем те грувы, которые нам подходят. Мне кажется, такой поиск в Easy Drummer 2 теперь всем облегчит написание ударных партий. Сэкономит время любого музыканта от мала до велика. А вам спасибо за просмотр. Надеюсь, я вам помог. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всего доброго, до встречи.